Здравствуйте, мои дорогие! Рада приветствовать вас на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». Поздравляю вас всех с началом лета. И сегодня мы будем готовить летний фруктовый салат. Каждый его готовит по-разному, но мы будем готовить из следующих ингредиентов. Одно яблочко я взяла, красное яблоко. Один банан, я его предварительно разрезала на две части. Клубника. Нектарин один, два абрикосика. Заправлять мы будем наш салатик йогуртом. И сверху посыпать шоколадом темным. И вот такую вот посыпушку взяла для ребятишек, у кого есть внуки, либо дети, им очень нравится. Ну, давайте начнем резать фрукты. Сначала порежем яблочко. Его мы режем вот такими сначала кусочками. А затем... Все фрукты будем разрезать по диагональке, как бы, вот так. Так, так, так и так. И так продолжаем. Не только яблочко, но и остальные фрукты. Вот такое количество яблочка у нас получилось. Дальше порежем наш бананчик. Очищаем его. Убираем шкурку, дальше режем на две части. Вот, все ненужное убираем. И режем таким же способом, как и яблочко, по диагональке. Бананчик готов, и будем резать нектарины с абрикосиками. Сначала очищаем нектарин от косточки. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а вы также делаете летний салат или у кого-то другие ингредиенты? Очень буду рада с ними познакомиться. Из абрикосов также вытаскиваем косточки и разрезаем на части. Вот такое количество абрикосиков и нектарина у меня получилось. Вы можете это варьировать по своему вкусу, добавлять, либо наоборот уменьшать. К лету появилось уже все больше клубники. Мы убираем у них краешки, также разрезаем на две половинки и каждую половинку еще вот так вот по диагональке, не сильно мелкими кусочками. Сейчас все наши фрукты мы выкладываем в одно блюдо. Сначала яблочки, затем бананчик, нектаринчики и абрикосик. Вот так красиво у нас получается. Очень по-летнему. Клубничка, как мы по ней уже соскучились за зиму, тоже ее выкладываем. Салатик наш. И заправляем все это йогуртом. Затем салатик размешиваем. Йогурта я кладу не сильно много, потому что мы не сильно любим, когда это все получается жидкое. Вот таким образом размешиваем наш салатик. Цвета просто замечательные. Теперь потрем наш шоколад на мелкой терке. Его понадобится не сильно много, чтобы хватило на все наши порции задуманные. Выкладываем наш салатик в креманочке. Выглядит очень аппетитно и красиво. Мы пробовали, нам очень нравится. Попробуйте и напишите в комментарии, понравился ли вам наш рецептик. По-моему, очень здорово получилось. Аппетитненько выглядит. Для себя я оставляю это в таком виде. А для ребятишек, для своих, посыпаю это шоколадной крошкой, натертым шоколадом.
Вот таким образом. Шоколад не жалею, они у меня сладенькое любят. И также сегодня я взяла для украшения немножечко посыпки. Это, я думаю, любому ребенку понравится. Вот что у нас сегодня получилось. Оцените, если блюдо вам понравилось, ставьте лайки. Готовьте с нами, готовьте вкусно. С вами был канал «Вкусняшки по-домашнему».